Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Subaru Levorg 2017 года. В белом цвете бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 170 лошадиных сил. КПП полный привод. Имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники. Пробег 111 тысяч километров. Литые диски, хорошая зимняя резина. Установлены ветровики. Имеются хромированные вставки. Повторители в зеркалах. По салону красивый темный ухоженный салон, ткань, не прокуренный, подогрев передних сидений, электроручник, автохолд, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, голосовое управление, кнопка старт-стоп, подрулевые лепестки, система курсовой устойчивости, электропривод водительского сидения, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника.